По инициативе педагогического совета детского сада «Семицветик», который открылся осенью прошлого года, с 23 по 27 марта проводилась акция «Сила добра». Родители воспитанников сада и сами детки собирали вещи, обувь, игрушки. Одним словом, все, что может быть полезным нуждающимся детям из Донбасса. Мы все переживаем очень за Донбасс, то, что там сейчас происходит. Страдают дети, невозможно на это смотреть, на слезы детей. И мы вместе с родителями, с наблюдательным советом решили эту акцию провести в нашем детском садике. В завершении акции воспитатели детского сада организовали благотворительный вечер, во время которого собирали денежные средства для благотворительного фонда «Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». Значительную часть средств внесла компания «Либер», для которой помощь детям всегда стоит в приоритете. Мы всегда рядом, вот, мы как бы очень рады быть полезными. Спасибо детскому садику «Семицветик». Мероприятие прошло на очень высоком уровне, несмотря на то, что принимали участие, как бы, и главную роль исполняли детки. Все это было по-взрослому. Действительно, воспитанники «Семицветика» очень ответственно подошли к своему выступлению. И несмотря на совсем юный возраст, достаточно профессионально сыграли в сказке «Лекарство для бабушки». Да и ребята постарше, участники разных творческих коллективов, в свои выступления вложили всю энергию и душу. Таким образом, дети хотели выразить сверстникам из Донбасса свою поддержку. Я когда танцевала, я испытывала чувство, то, что я танцую перед этими детьми, что я делаю хотя бы какое-то приятное. Они должны радоваться, то, что они в безопасности и то, что все у них хорошо. Все собранные вещи и игрушки работники детского сада передадут в Успенский храм, откуда они проследуют непосредственно на Украину. И уже совсем скоро дети, которые сейчас находятся в Луганской инфекционной больнице, смогут прилично одеться и поиграть с игрушками, которые подарили им дети из Видного. Очень приятно, что дети откликнулись, что дети знают, что там происходит, постараются чем-то помочь. Это очень приятно. Большое спасибо коллективу, который организовал в рамках благотворительной недели эту акцию. Благодаря усилию добрых, неравнодушных людей удалось сделать счастливее детей, которым пришлось пережить много бед. И не может не радовать, что после увиденного горя на лицах ребят из Донбасса вновь появится улыбка. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.